Коллеги, у нас небольшая заминка. Сейчас меня всем слышно. Напишите, если все хорошо, если всем все слышно. Замечательно. Авиакомпания «Аэростана» приветствует всех. Доброе утро, добрый день. Сегодня мы проведем с вами наш вебинар вместе совместно с Profi Travel. Спасибо им за поддержку по нашим новинкам весенне-летнего сезона и по нашему нововведению семейства тарифов, брендированные тарифы. Я сегодня буду ведущей, Светлана Яковлева, специалист по продажам московского офиса. Со мной наш менеджер Асель Лисикиева, менеджер по продажам в регионах. Все вопросы, пожалуйста, пишите в чате, который у вас возникает. Мы постараемся ответить сразу же на них. Если возникнут какие-то у нас несостыковки в конце презентации, мы постараемся ответить на все ваши вопросы. Так, «Аэростана» вас приветствует. Давайте начнем с нашей презентации с общей. Как всегда. Картинку презентации всем видно? Напишите, пожалуйста. Нет картинки, пишет. Все сейчас видно? Кто забыл, мы напоминаем, что авиакомпания Air Astana 6-й год подряд подтверждает, что это лучшая авиакомпания в Центральной Азии и Индии, с лучшим сервисом на борту 5-й год подряд. Это все наши награды. И последний из наград, которым мы удостоились, это наша награда. Мы вошли в список лучших региональных авиакомпаний Азии 2018 года. По версии TripAdvisor. Мы рады, я надеюсь, что рады наши пассажиры, благодаря которым мы получаем эти награды, которые нас оценили достойно. Так, у кого-то нет звука? Или его еще нет? Может быть, техническая поддержка Profi Travel подключится сейчас к нам. Меня всем слышно? Все отлично, слышно. Да. Замечательно. Ну, тогда продолжим. Итак, конечно, нельзя не сказать о пунктуальности Air Astana. Мы гордимся этим. На ваших экранах вы видите сравнение пунктуальности с другими авиаперевозчиками. Стараемся все рейсы выполнять своевременно для того, для удобства пассажиров. И еще раз лишний раз подтвердить, что мы самый пунктуальный авиаперевозчик. По нашим соглашениям, как вы видите, у нас 6 односторонних код-шер соглашений с авиакомпаниями, которые вы видите на нашем слайде, двусторонние код-шер соглашения, то есть это говорит о возможности выписки авиабилетов совместно с нашими партнерами, о больших возможностях для вас, как для агентств, которые выписывают не только нас, но и других перевозчиков. Парк воздушных судов на сегодняшний день – это 31 борт. Это наши Boeing 767, прекрасные, оснащенные суперсовременными, так будем говорить, начинками. Это 757, Боинги 767, 757. Это наши борта, которые на дальномагистральных направлениях используются. Наши 321 Neo уже в количестве 5. Это новые наши самолеты, которые представлены тоже на международных направлениях. Это 320 Neo в количестве 9. И наши Embraer, которые представлены на региональных маршрутах. Это Новосибирск, Омск, Казань и наш новый маршрут, о котором мы будем говорить, наш новый открытый маршрут,
открытие, которого мы очень ждем, вот, в дальнейшем презентации вы увидите. Это эмбрайеры наши. Средний возраст наших судов 7 лет. Мы гордимся, что у нас такой молодой парк воздушных судов. Пассажиры уже оценили наши борта. С удовольствием летает. Наша маршрутная сеть. Более 60 направлений международных и внутренних включает маршрутная сеть. Основные хабы, как вы видите по слайду, это Алма-Ата и Астана. В большей степени мы сейчас нацелены на развитие Астаны как полноценного такого хаба, который возьмет на себя больше маршрутных транзитного потока, пассажиропотока. Из направлений вы видите, это и Юго-Восточная Азия, это Ближний Восток, это практически все СНГ, исключая Армению, европейские направления, Лондон, Париж, Амстердам, Франкфурт. Это все, куда мы летаем, где мы присутствуем. Цели и задачи 2018 года, такие же, как и прошлые года, это наращивать объемы перевозок за счет расширения маршрутной сети, за счет частоты полетов, за счет пополнения парка воздушных судов, продолжать обеспечивать самые высокие стандарты безопасности. Мы есть и должны быть самой надежной авиакомпанией в регионе с превосходным качеством обслуживания клиентов. Ну и такой ключевой, конечно, ключевая задача – продолжение реализации нашего транзитного потенциала. Транзитный пассажир – это наш пассажир, как и все пассажиры. Но транзитный потенциал мы продолжаем реализовывать и наращивать, конечно. Новый терминал в Астане, он был открыт к Экспо 2017 году, суперсовременный терминал для международных направлений. Все пассажиры ваши, которые будут следовать через Астану или просто в Астану, они все будут обслуживаться в новом терминале в Астане. Вылеты из России. Мы увеличиваем, как я уже сказала, мы наращиваем частоты на уже существующих маршрутах. Поэтому на этом слайде представлены наши текущие частоты и увеличения. Как вы видите, Москва, Алма-Ата увеличены. Мы увеличили в весенне-летнем навигации 2 частоты. Москва, Астана 3 частоты и общее количество частот в 2018 году. То есть, если говорить из Москвы в Алма-Ату ежедневно, утром, вечером Москва, Астана ежедневно, утренние, вечерние, дневные часы. Санкт-Петербург также представлен ежедневными рейсами с увеличением частот. Время очень удобное для пассажиров, это и утренние часы, это дневные, вечерние вылеты. Новосибирск ежедневно, 7 частот. Екатеринбург ежедневно летаем. Екатеринбург, Астана, Новосибирск, Астана, Омск. В 2018 году мы будем летать ежедневно из Омска. Поздравляю, Омск. И Казань, Алматы у нас на сегодняшний день 2 частоты. В июне, с июня этого года из Казани будет еще одно направление. Это на следующем слайде уже увидите. Нет, из Казани. Так, Казань будет Астана. Для удобства пассажиров давно Казань просила частоту на Астану. И вот, пожалуйста, всем предлагаем воспользоваться удобными стыковками из Казани в Дели, Ташкент, Урумчи и Бишкек. И, конечно, как не сказать о нашем новом рейсе Астана-Тюмень. Со 2 июня, как я уже сказала, мы расширяем нашу маршрутную сеть. И вот одно из направлений этого года – это, конечно, Тюмень. Мы очень рады, что мы пришли в этот регион. Придем в этот регион, у нас очень большие планы на этот регион. Я думаю, что это взаимно. 3 частоты планируем, Embraer, удобные стыковки во Франкфурт,
Пекин, Бангкок, Тбилиси, а также Баку, Бишкек и Ташкент. Пожалуйста, предлагайте стыковки, пожалуйста, предлагайте перелеты авиакомпании Растана, лучшей авиакомпании Центральной Азии и лучшего регионального перевозчика. Я надеюсь, что просто направление будет. Говоря о маршрутной сети, конечно, мы стараемся сделать удобные стыковки для удобства пассажиров, но не всегда эти стыковки удобны, поэтому наш продукт Stopover Holiday в Алматы за $1 предлагается всем пассажирам, которые путешествуют через Астану и Алматы при стыковке не менее 10 часов. Пожалуйста, мы всех пассажиров приглашаем в 3-4-звездочные отели, которые входят в пакет Stopover. Сюда включен трансфер в обе стороны, завтрак. Поэтому нет ничего невозможного. Даже если у вас стыковка не очень хорошая, мы предлагаем приятно провести время транзитным пассажирам и воспользоваться нашим предложением. Я единственное, что хочу по Stopover еще дополнительно сказать. Дело в том, что программа Stopover Holiday доступна только в одном направлении. Пассажиры могут ее как самостоятельно забронировать пакет Stopover Holiday на нашем сайте, так и отправив нам заявку на ru.sales@irastana.com. Для бронирования необходимо высылать информацию: номер брони, фамилия пассажиров, даты перелетов, сегмент, на который пассажиры желают забронировать программу. Вот. И предпочитаемый отель, тип номера отеля, какие отели входят в нашу программу. Если говорю, вот на слайде у вас показано прекрасные отели с хорошим уровнем сервиса в Алматы, в Астане. Пожалуйста, выбирайте. И если у вас есть такие пассажиры транзитные, которые путешествуют транзитом через Казахстан, почему бы им не воспользоваться данной услугой? И не посмотреть, тем более в Казахстане есть, что посмотреть и в Алматы, и в Астане. Наш бизнес-класс, который мы активно также промотируем и приглашаем пассажиров, ваших пассажиров воспользоваться услугами бизнес-класса, воспользоваться прекрасным сервисом, воспользоваться прекрасным времяпровождением в бизнес-классе, это, как вы видите на слайде, борт 767, который у нас на международных направлениях. Преимущество бизнес-класса – это и приоритетная регистрация, посадка-высадка, доступ в залы ожидания, повышенная норма провоза багажа, приветственные напитки, разнообразие в питании, комфортные кресла, которые полностью на бортах 767 раскладываются в уютную кровать, брендовые дорожные наборы и приоритетная выгрузка багажа. Все, что связано с бизнес-классом, это все всегда, конечно, очень высокий уровень у Астаны, в том числе и эконом-класс, в принципе. Наш бизнес-класс 767. Одно из услуг, которые мы предоставляем нашим пассажирам не только бизнес-класс, но и эконом, это услуга MyUpgrade. Бесплатно, ну, не бесплатно, когда вы делаете ставку, и вы можете при наличии билета в эконом-классе повысить свою ставку до билета бизнес-класса. Эта услуга у нас прописана полностью на нашем сайте. Предлагайте, пожалуйста, вашим пассажирам. Можете полностью ознакомиться с ней на сайте irastana.com. Каким образом, то есть всем пассажирам, которые имеют билет на борт авиакомпании Air Astana, предлагается, присылается смс-ка, предлагается поучаствовать, если есть такая возможность. Это не на всех всегда направлениях, не каждый день. Но как только появляется такая возможность, присылает смс, и вам предлагают сделать ставку и поучаствовать в таком аукционе за место в бизнес-классе. Если вы желаете, вы делаете ставку. Если ставка ваша выигрывает, так будет говорить, она самая максимальная, то
вам автоматически сразу переписывается билет бизнес-класса, и вы уже путешествуете и наслаждаетесь прекрасным сервисом бизнес-класса. Следующая услуга, которую мы ввели уже пока на трех бортах 767, это Wi-Fi. То есть интернет сейчас это неотъемлемая часть, особенно для бизнес-пассажира. Поэтому услуга очень востребованная. Пакеты, которые мы предлагаем, вы видите стоимость пакетов на слайде. Сервис доступен на высоте уже 70 тысяч километров, высокоскоростное подключение, и вы можете в полете, не отрываясь, как говорится, от бизнес-процесса, работать, если кто-то не хочет отдохнуть. У нас наша и наш сервис располагает к тому, чтобы забыть о работе. Но, по крайней мере, вот, пожалуйста, одна из услуг, которую мы предлагаем, услуга MyWiFi. Следующая услуга, которую мы ввели 2017 года, это MySeat. Это место комфортное, так будет удобное, которое вы можете выбрать и забронировать. Оформить такую услугу можно на Юнди. Вы видите стоимость такой услуги. То есть первый ряд эконом-класса, второй ряд эконом-класса и места аварийного выхода, которые можно оформить и также предложить пассажирам удобные места для там, повышенной комфортности. Так будем говорить, места повышенной комфортности. Вот одна из наших услуг, которая также активно сейчас набирает обороты. Уже многие пассажиры самостоятельно это делают на сайте, бронируют или через агентство. Если говорить о нашем бортовом продукте, можно говорить о нем много, потому что все связано для пассажира, для того, чтобы путешествие ваше прошло очень комфортно. И для того, чтобы ваш пассажир снова вернулся к нам за нашим сервисом. Что мы предлагаем? Что было сделано? Новые наборы эконом и бизнес-класса. Новые детские наборы, которые мы ввели на наших бортах. Все они разработаны. Если мы говорим о наборах бизнес-класса, всем они разработаны совместно с ведущими поставщиками, если бизнес-класс, это, например, Кристиан Лукруа, с которым мы в 2017 году, Фулла, с которым мы будем работать в дальнейшем. Если говорить о детских наборах дорожных, то мы активно вот в 2017 году работали с National Geographic, и вот такие детские наборы для подростков были. По лицензии авторов, по лицензии, вернее, книги «Экзюпери и маленький принц» мы сделали детские наборы для детей. То есть не просто они должны быть и удобны, но и интересны эти наборы для детей. Что мы еще предлагаем и что мы обновили, что было сделано? Мы полностью обновили наш мягкий инвентарь и в эконом-классе, и в бизнес-классе. Вот вы видите, в национальном стиле были сделаны мягкий такой инвентарь. Были сделаны, представлены в бизнес-классе дополнительно подушечки такие. В эконом-классе тоже подушки были представлены ими. Поэтому вот все, что сделано, как-то обновлено было в этом году, 2017-2018. Мы имели также очень удобные шумоизоляционные такие наушники, и детские, и для взрослых в эконом-классе, тоже на слайде вы видите. Мы не можем, к сожалению, сейчас включить вам наш видеоролик, который мы совместно сделали, как
демонстрационный такой предполетная подготовка. Интересно, кто-нибудь видел наш ролик на YouTube? Мы использовали театр теней для того, чтобы пассажирам показать, как безопасно вести себя во время полета в аварийной ситуации. Если кто-то видел этот ролик, пожалуйста, напишите, нам интересно ваше мнение о ролике. О, Денис Корабль, ролик классный. Спасибо большое, Денис. Нам тоже очень нравится, и мы стараемся креативно подходить к такому материалу. И у нас есть несколько еще задумок по поводу там, всего остального, как представить интересно какие-то такие стандартные правила на борту, поведение и так далее. Предлагаем ознакомиться, если кто-то не видел, это будет интересно посмотреть. Ну и то, что новое в этом году, это бортовая продукция 2018 года. Мы продолжаем сотрудничество с Кристиан Луа. Это новые наборы бизнес-класса, красивые, современные. Не буду на них заострять внимание, сразу перейду к самому вкусному, к бортовому питанию, потому что когда мы выбираем авиакомпанию, одно из них я слышала, а они кормят. Мы всегда кормим с восточным таким размахом, с восточным гостеприимством, поэтому при бортовому питании большое внимание уделяем качеству, внешнему виду. Если говорить о бортовом питании в цифрах, то у нас 3 шеф-повара, которые разрабатывают все наше бортовое питание, 30 цехов питания. Один раз в месяц происходит ротация, то есть мы меняем ассортимент для того, чтобы не наскучило пассажиру. На утренних рейсах 3 раза в месяц происходит ротация на меню. Любое питание вы можете заказать на наших бортах, вплоть до кошерного. Вы видите 19 видов специального питания, 10% питания это вегетарианское. Ну, и кошерные, как я уже сказала, вы можете заказать все это, в принципе, доступно в любых GDS, вот, где мы представлены во всех, все наши услуги, питание, поэтому единственное, что могу сказать, что да, у нас в приготовлении пищи не используем свинина на бортах авиакомпании «Ростовные», но никто еще не жаловался. Наши новинки, что нового? Из новинок мы можем сказать, что новые лимонады представлены и вот такие ланчбоксы на наших коротких рейсах, то есть холодный сэндвич, йогурт. И вот здесь на коротких рейсах, даже на каких-то рейсах представлено и горячее питание, вот косолетки вы видите. Даже на коротких рейсах есть горячее питание. Кто-то меня даже спрашивал. Если по питанию будут вопросы, сейчас пойдут слайды такие красивые, хвалимся. Очень хочется сказать, что вот это действительно то питание, которое предоставляет пассажирам, это бизнес-класс. Это наш новый инвентарь в бизнес-классе. В эконом-классе, как вы знаете, кто летал нашей авиакомпании, в эконом-классе все приборы металлические. Вот поэтому не отличается даже от бизнес-класса. Вот. Могли в бизнес-классе национальную кухню, пока это только могли. Пробуем, большой популярностью пользуется, так это очень вкусно выглядит, и тестирование прошло на ура. Пассажиры в восторге и желают больше видеть национальной кухни. Мы будем стараться. Какая развлекательная программа? Конечно, если говорить о международных рейсах, которые Москва, там Алма-Ата, Москва, страна около 4 часов и более, пассажирам надо чем-то заняться, кроме того, что отдохнуть можно и покушать вкусно. Но
развлекательная программа должна быть обязательно. Если мы говорим о бортах 767, вот вы видите на слайде, конечно, тут встроена система развлечения, и замечательно, и удобно, и полет пролетит незаметно. Если мы говорим о других бортах, где нет встроенной системы развлечения, мы вам предлагаем нашу новую услугу. Это, сейчас я вернусь к тому слайду, это наша система потокового вещания TCTV Stream. То есть любого гаджета, как только вы попадаете на борт нашего самолета, с любого вашего гаджета, с планшета, с телефона, вы можете подключиться к TCTV Stream и, пожалуйста, весь полет, выбирайте контент любой, это и фильмы, и сериалы, документальная программа, музыка, и вы можете наслаждаться вот таким времяпровождением. Это TCTV Stream. Он практически на всех бортах уже у нас установлен. Это услуга. Наша программа для часто летающих пассажиров, очень быстро о ней скажу. Опять-таки на сайте можете с ней ознакомиться, на MatClub. Мы не входим ни в какой альянс, но у нас есть своя программа, которая 10 лет, более 270 тысяч участников уже нашей программы. 4 уровня программы. Как только вы покупаете билет, вы можете зарегистрироваться сразу на сайте в разделе на MatClub, получите по почте карточку. Сначала это будет уровень синий, уровень, потом серебряный. Как чем чаще вы летаете, естественно, чем больше вы набираете баллов по этой программе, или полетных баллов, или полетных сегментов. Сколько полетных сегментов, полетных баллов за каждый перелет, все это описано, не буду ваше время сейчас занимать именно этим, но еще раз говорю, что участники намат-клуба очень быстро набирают количество полетных баллов и полетных сегментов и могут воспользоваться этой программой и получить преимущество в виде и апгрейда до более эконом-класса, до бизнес-класса, всевозможно много других программ, которые предлагает нам MatClub. Предлагайте вашим клиентам нашу программу, вступить в нашу программу для часто летающих пассажиров и воспользоваться всеми преимуществами этой программы. Сейчас я постепенно перехожу к нашему второму, так будем, основному вопросу. Если по нашим новинкам, по нашим направлениям каким-то у вас пока нет вопросов, или же вы не создаете системы онлайн, тогда к самому новому. Мы с 23 апреля все подключены, да, меня слышно? Еще раз, мы переходим 23 апреля на новые брендированные тарифы, на семейство тарифов, не мы первые. Есть опыт уже международных таких авиаперевозчиков, вы знаете, как, если говорить на территории России, это и Сибирь, это и Аэрофлот, Люфтганза, Airbaltic, то есть множество еще компаний, которые перешли на этот вид тарифа. И наш пилотный проект перехода на брендированные тарифы пока охватывает наши регионы. То есть Москва и Санкт-Петербург, они не включены в этот проект. Пока только это Омск, это Новосибирск, Екатеринбург, Казань и Тюмень, которые со 2 июня мы уже будем активно летать. То есть представлять вот брендированные тарифы, как они есть, наверное, это то же самое, что и остальных авиаперевозчиков. Это прежде всего, почему мы пришли к брендированным тарифам, оптимизировать процесс покупки авиабилета, который предоставляет для каждого пассажира подходящий набор услуг,
Если говорить о системе Amadeus, так как мы в этой системе работаем, модуль дисплея и Acel позволит подобрать оптимальное семейство тарифов с предпочтительным набором услуг. Авиакомпании, которые внедрили, активно используют уже на практике, показали, что это работает на практике. И я не думаю, что у наших агентств, то есть у вас, будут какие-то сложности. Но все новое, это тоже, как говорится, достаточно не всегда так ровно проходит. И главное, мы всегда с вами на связи, и мы постараемся какие-то недочеты, которые в первое время, может быть, нюансы в связи с технической, может быть, стороной введения этих тарифов, мы постараемся очень быстро ликвидировать. Сегодня я сделаю обзор такой короткий обзор по брендированным тарифам. А все, что касается глубоко технических вопросов, если возникнет, мы будем отдельно делать и вебинары, и семинары для агентов, чтобы все эти вопросы осветить. Итак, мы переходим, что включает наше семейство тарифов. Это три тарифных семейства в эконом-классе. Базовый Super Saver Basic, классический Semi-Flexible и плюс это Full Flexible. То есть это, если говорить о категории базовый SS, когда вы увидите в тарифах классический, это SF и Full Flexible, это SF. И два тарифных семейства будут представлены в бизнес-классе. Это Super Flexible и Full Flexible. Ну, к чему мы стремимся? Это контроль и выбор будет на стороне клиента. Ценовая политика установления ценовых уровней на каждое семейство. Дисконтирование по базовому семейству после внедрения брендированных тарифов. То есть все это будет внедрено. И, как я уже сказала, СНГ направление, это наш пилотный проект, города Казахстана, включая Алматы и Астаны. Откуда это будет? Значит, Баку, Тбилиси, Северный Бург, Казань, Омск, Новосибирск, Тюмень, Ташкент, Душанбе и Бишкек. Вот эти направления будут представлены в этом проекте брендированных тарифов. Вот так это будет выглядеть мой выбор. Базик, классик и семейство плюс. Чем они отличаются, вы видите, отмеченные это галочками. И доплата, какая доплата будет семейства, тоже вы видите. То есть разница не такая большая, но разница в опциях, в опционных услугах, которые будут представлены по этому тарифу, вы видите, какая будет. Вот все, что касается, конечно, багажа, это начисление номадовских баллов. И в соответствии, соответственно, потом использование, вот, и условиях возврата и обмена, как и у любых тарифных семейств. Так. Это все, что в бизнесе, два тарифных семейства в бизнесе, как бизнес-сейвер и бизнес-флекс. Если говорить о бизнес-сейвере, это будут наши скидочные тарифы бизнес-класса D и Z, а у бизнес-флекс остаются наши бизнес-тарифы, как у нас и были, если говорить о классах бронирования, это Джейка и Сишка. Итак, еще раз, три семейства тарифов. Базик, классик, плюс. Три основных отличия этих тарифов. Багаже, баллы на Амаз-клуба и штрафы. По всему СНГ, кроме трех направлений. Москва, Санкт-Петербург и Киев. Пока на этих направлениях не предусмотрены. Коротко о тарифном семействе базик. Это норма багажа. То есть это безбагажный тариф. Баллы намат начисляются в стандартном порядке. Этот, обращаем ваше внимание, что данный тарифного семейства необмениваемый и невозвратный. Предупреждайте ваших пассажиров.
Он будет самый минимальный, но он будет неотменяемый, невозвратный. Вы видите класс бронирования, видите кодировку SS, это Super Saver Basic, и если это O, это One Way. Соответственно, нету аббревиатуры O, значит это раунд 3. Так, я немножко потом отвечу на ваши вопросы. Быстренько мы это пройдем. Тарифное семейство классик уже появляется, норма провоза багажа. Ручная кладь у всех остается. И у базика, и у классика, и у плюс. Норма провоза багажа 20 кг уже, плюс 50 бонусных баллов на мат сразу. И здесь уже штрафные санкции. То есть вы можете эти тарифы от админа это $40, возврат $40, на ушел 50. Пожалуйста, пассажир выбирает, или он летит с багажом, или он летит без багажа, или он вообще приобретает гибкий тариф, где все возможно, и возврат, и обмен бесплатный. Это уже будет тарифное семейство плюс. Бонус к такому тарифному семейству – это столько регистрации бизнес-класса. Прошу не путать с бизнес-залом. Это только стойки регистрации бизнес-класса по тарифу плюс. Это норма багажа 30 кг плюс 100 бонусных баллов. И это свободный обмен и свободный возврат. То есть без штрафных. Как это будет выглядеть? Теперь это будет выглядеть так. Хочу билет по цене M-ки, по правилам Y и багаж по J-ке. Вот по семействам. У меня еще небольшой чисто технические какие-то моменты сейчас. Такой видеоролик пойдет по семейству тарифов. А потом я отвечу на все ваши вопросы. Итак, я сейчас перейду к ролику по брендированным тарифам. Вы посмотрите, а потом вопросы, пожалуйста. Примеры все, конечно, за модель, но это для... мы во всех системах тарифы эти выделили. Вы видите, что срок действия тарифа зависит не от семейства, а от класса бронирования. И по классам E и M мы ввели ограничения по минимуму цели. Open date, открытая дата, возможно только в семействе тарифа плюс. Сразу предупреждайте, по всем тарифам мы убрали. И в рерутинге у нас появилось изменение. Теперь рерутинг возможен. Страну вылета и страну прилета может отличаться. То есть теперь можно поменять рейс Алма-Ата, например, Тбилиси на Астана-Баку. По возврату. Это очень быстрый ролик. Я остановлюсь еще раз на таких моментах, как только ролик пройдет. По возврату. Если билет полностью не использован, первый полетный купон остается без изменений, стоимость тарифа рассчитывается на дату изначального оформления билета. Это для всех. Даже не для брендированных тарифов остается. И в IQ теперь является невозвратным в частичных случаях у нас. Раньше у нас все таксы были возвратными, помните, всегда вопрос на семинарах задавался. По стоп-оверу, теперь стоп-овер уходит в прошлое, то есть по всем классам, начиная с P и выше, разрешен без дополнительной оплаты. По классам M и E класса стоп-овер не разрешен. В каждом семействе есть общие правила для всех тарифов, но не нужно забывать и про классы бронирования, вот чем они отличаются. Особый случай, как мы применяем тарифные семейства. Я просто не могу останавливаться на каждом случае, у меня картинка уйдет, но я вернусь к этому.
Ну, в принципе, мы еще раз проходим. Так. Вопросы, которые, в принципе, коллеги, у меня по брендированным тарифам все. Я еще раз вот так коротко пробегусь по тому ролику, который у нас вы видели. Срок действия тарифа зависит не от семейства, а от класса бронирования. По классам Е и М есть ограничения по минимум стей, один день обязательно. По всем тарифным семействам система не принимает бронирование с открытой датой вылета, поэтому если пассажир не знает, когда он обратно полетит, сразу предлагать тариф семейства, плюс по которому можно оформить с открытой датой. По рерутингу страна вылета и страна прилета может теперь отличаться. Можно поменять рейс Алмата, например, Алмата-Тбилиси на Астану-Баку, Астана-Баку или на Актау, Алмата-Казань. Но единственное, здесь нельзя поменять International Flight на Domestic и наоборот. Вот это нельзя. По штрафным, если билет полностью не использован и первый полетный купон остается без изменений, то стоимость нового тарифа рассчитывается на дату изначально оформленного билета. Теперь в некоторых случаях WhiteView является невозвратным. В каких? Если при возврате частично использованного билета вообще нет one-way тарифа или же тариф one-way по стоимости выше оплаченного. Такие нюансы, пишите, я могу, если вы там не запомнили или не записали, я вышлю вот эти некоторые, так будем говорить, основные моменты. По стоповеру правило стоповера зависит не от типа семейства, а от класса бронирования. По классам М и Е стоповер не разрешен, а начиная с класса P и выше, пожалуйста, разрешен без дополнительной оплаты. Вот. И еще один момент. В семействе V класса, так будем говорить, если кто пишет Аэростану, знает, V класс у нас это возрастной тариф, это пенсионный и молодежный, к ним добавится еще три из разряда B-класса, они просто будут не возрастные, а просто это будут тарифы класса, одномесячный и по правилам вот тоже брендированного тарифа. Это просто будет экономный класс, который может пассажирами невозрастными использовать. А теперь я постараюсь ответить на ваши вопросы. Елена, какой идентификатор кода тарифа указывает на его принадлежность к тому или иному семейству? Это обязательно для корректной настройки. По поводу корректной настройки продажи через сайт, ну, то, что я вам говорила, это SS, это Super Saver, SF semi-flexible и FF flexible. Я думаю, что вот вы говорите об этом идентификаторе, об этих идентификаторах. Я уже все немножко... Так, у нас еще, кстати, вопросы есть, за которые вы получите большое вознаграждение в качестве призов. Так, при апгрейде до бизнес повысить, возможно, до SF или до... Повысить, возможно, до FF, не только до FF. Если тариф без багажа будет, за сколько возможно при необходимости купить место багажа? Пока на сегодняшний день купить место багажа можно только в аэропорту по тарифам сверхнормативного багажа. Это можно и на сайте посмотреть. Если мы, например, говорим там Новосибирск, грубо Новосибирск-Астана, насколько я помню, если я правильно сейчас скажу, 5 евро за килограмм сверхнормативный багаж. Вот рассчитывайте. Можно ли ролик о тарифах качать? Вот тут, Елена, мы посмотрим, он очень тяжелый для того, чтобы переслать, например, вам. А скачать мы с нашими коллегами из главного офиса обсудим этот вопрос. И я вам обязательно отвечу. Так, еще какие-то вопросы будут?
Даже так сожалею, как просто из Тегерана мы передадим все ваши пожелания. Но я так поняла, что вопросов нет. Все те, кто сейчас с нами на связи, все хорошо знают авиакомпанию Air Astana. Мы благодарим всех ваших пассажиров, всех вас, кто работает в нашей авиакомпании, кто знает, что авиакомпания предлагает наши услуги вашим пассажирам. Еще раз повторюсь, приглашайте своих пассажиров на наш новый рейс Астана-Тюмень, Казань-Астана. Предлагайте стоп-овер нашим пассажирам. Ну а теперь контрольным вопросом. Так, подождите. Багаж планируется менять? Нет, не планируем. Пока не планируем. Весовая концепция. Да. Вот. Есть еще какие-то вопросы для того, чтобы мы перешли к контрольным вопросам? Если нет вопросов, просто напишите минус, вопросов никаких, и мы тогда перейдем к контрольным вопросам. Распродажи будет. У нас периодически идут распродажи. Следите за нашими новостями и через социальные сети. Это и Facebook, и Air Astana Russia. И мы делаем через рассылки все наши презентации наших распродаж. Да, услуга выбора места по всем брендам есть такая услуга, поэтому, пожалуйста, можете воспользоваться. А так на места можно выбрать на бесплатной основе, вы знаете, и через сайт, и вы как агенты можете забронировать своим пассажирам места. Это бесплатно, кроме тех мест, о которых мы вам говорили и показывали. Хочется больше инфо по брендам в рассылку. Анна, спасибо за пожелание. Мы поработаем над этим и постараемся сделать рассылку. Мы уже сделали такую рассылку по брендам, что мы переходим на брендированные тарифы, на семейство тарифов. И какие они будут. Но постараемся сделать такую информационную рассылку. И постараемся, конечно, на наших семинарах осветить это все еще на тех, которые мы запланировали. Ну, тогда переходим к контрольным вопросам. Мы решили, как будет 5 вопросов. Кто первые 3 ответит сразу на все, потому что вопросы достаточно легкие. Первые 3 человека, первые, которые ответят правильно, получат от нас небольшие призы. Это наша брендированная кружка, модель самолета 1-2 и ручка. Ну, контрольные вопросы. Высылайте в чат ответы, и мы сразу скажем, кто первый, имена 3 счастливчиков первых. Мы сейчас выгрузим, как мне подсказывает Ася. А я сразу прям хотела. В одном сообщении напишите все ответы на все 5 вопросов. Мы потом в чате все выгрузим. Спасибо. Я поделила. Спасибо большое за участие. Спасибо большое за участие. Очень приятно вас. Не хотели бы сообщить о том, что у нас будет проходить выставка Profit Travel, мы будем там участвовать. Призываем вас просто присоединиться. Да, присоединяйтесь все к онлайн-выставке с Profit Travel. В рамках онлайн-выставки можете записываться на вебинар, там будут разыгрываться билеты. Так что, и, может быть, кто выиграет и насладится перелетом на наших бортах авиакомпании Air Astana. Да, тарифы будут в систему загружены 23 апреля. Да. Планируем, по крайней мере, мы сейчас нюансы, еще раз, всевозможные технические используем так, чтобы не было видно никаких нюансов, технически дорабатываем их, и 23-го уже вводим во все GDS.
Первые трое, поэтому да. Мы еще ждем, мы еще ждем. У меня Силь подсказывает еще раз про онлайн-выставку совместно с Profi Travel. Это Profi Travel 26 апреля в 12 часов. Мы вас приглашаем присоединиться к вебинару онлайн-выставки. И получить, выиграть два билета. Там будет более расширенная презентация еще раз по нашему сервису, по нашим бортовым услугам. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. Ну, коллеги, мы благодарим вас за участие. Большое спасибо. Передаю всем привет, кого я знаю, особенно вижу. Ирина Дымань очень активна. Большой-большой привет вам, Омску. Участвует в нашем вебинаре и всем остальным участникам. Мы выгрузим наши ответы, ваши ответы, вернее, и напишем уже имена победителей. Может быть, и через рассылку это сделаем. Спасибо, коллеги. Не прощаюсь с вами. Говорю до свидания. Завершаем, да, пока. Все, всем до свидания. Всем до свидания.